Всем привет из солнечной Бельгии. Правда, у нас идут дожди, но не сильные. И как бы была засуха, считается. Уровень, видите, какой воды упал. Здесь рыб нет, ничего. Сегодня будет видео о моих покупках. Кухонных покупках. Так как мы купили новую кухню, и я делала некоторые покупки к новой кухне еще зимой. Вот я купила зимой кастрюли и чайник с чашечками. Это маленький такой для меня. Где-то зимой, где-то это было в феврале. Вот, и до сих пор я это не распечатывала. Столешницу нам поставили 2 августа, и вчера пришел электрик, которому уже давно все оплачено, но он написал мессаж, что он думал, что у нас не будет август, а он взял другую работу, и потом поедет в отпуск. В общем, ему что-то ответил, ну, такое легкое. И он вчера пришел и обещал сделать все на следующей неделе. Вот это растение нравится, так растет. В общем, он вчера пришел, сказал, что он развелся с женой, он уже давно сказал. И пребывает в глубокой депрессии. Вот так. Симпатичный мужчина, кстати. За 40 ему. Итак, первая покупка. Он, скорее всего, идет 2 номером. Я купила вот такой чайничек, заварник. И 2 чашечки к нему от фирмы Point-Virgule. Это бельгийская фирма, которая находится в Дензе, во фламучей стороне. Вот здесь поближе. Так как в доме чаевничаю я одна, то есть кроме меня никто не пьет чай, ну, только приглашенные иногда. Мне этого достаточно, 2 чашечек таких. Ну, приглашенные, наверное, не будут пить такой заварной чай. И, скорее всего, он только подружка русская. Скорее всего, удостоится кружек из реки. Это чугунный чайничек, заварник. В японском стиле и 2 чашечки, также чугунные с покрытием вот здесь. По-моему, когда я читала отзывы, не отзывы о нем именно, а о других чайниках, такие чайники, ну не такие, продают в Алди, ну, когда неделя японской кухни, ой, японской, китайской, скорее всего. Вот, и я залезла в интернет, там говорится, что нагревать, по-моему, его все-таки нельзя. То есть вы завариваете, он долго держит тепло, но нагревать, ставить на огонь его нельзя, потому что вот это покрытие потрескается, чугун, видимо, сильно расширяется быстро. Вот так. Внутри он с покрытием, и здесь вот такое ситечко, да, как плошка. Вот как-то я смотрю, видите, неаккуратно сделан. И сам, вот форма мне нравится, как бы его вид. Здесь есть некоторые погрешности, так же, как и на чашках. Такое ощущение, что делают его на китайской мануфактуре. Вот видите, неужели нельзя? Ситечки же есть круглые, без всяких зажимов. А здесь вот так как бы зажали кусок, сделали такую форму. Форма не влезала, что ли. Вот кажется, что все-таки в Китае это нам его и наклепали. Вот эта цена не очень дешевая для заварника. Если в Алди такие китайские, скорее всего, продаются 12-13 евро, то это подороже будет. И вот так выглядят чашечки. Что-то напоминает немного пиалы, но это не пиалы. И вот есть литровые такие заварники,
А этот меньше 400 миллилитров, мне кажется, он весь войдет в одну чашку. Я хотела заваривать чай, хотела такой чайничек. А я сказала, не помню, есть белые, точно такие белые есть. Но белые бы вот на моей кухне смотрелись бы лучше. И чашечки, и чайник. Ну, белый оригинально как-то он смотрится. Что еще было? Я же его меняла, этот чайник. Когда покупали, мы купили в галерее Инна. Там есть хозяйственный отдел. Там немного выше среднего хозяйственные принадлежности по цене. И здесь, видите, вот такой шок был. Эта крышка была завернута. Я говорю, вы разверните, посмотрите. Короче, кассирша была лень даже открывать. Он сказал, ну, в течение, если что, поменять можно. Также я не посмотрела свои кастрюли. В общем, я купила только один чайник, какой-то приехала менять. Вот эта крышка была отбита. Здесь она тоже какая-то, но это не отбитая, это такая погрешность при изготовлении. А там прям была забита, но не очень сильно. Мне все-таки было обидно. Я думала, потому что некогда было ехать в Шарлера. И все-таки в самый последний момент я поменяла. Да, 400 миллилитров. В общем, чайничек стоит 29,95. Литровый такой стоит уже полтинник. И чашечки 17,95. В посудомойке мыть нельзя. Вот такая милая покупочка. Надо бы украсить кухню, усложнить или облегчить себе жизнь.